Вторая функция иммунитета – контрольная. В человеческом теле есть здоровые, полноценные клетки, а есть плохие, поврежденные, старые клетки. Когда иммунная система обнаруживает плохую клетку, она сразу же убивает ее, не позволяет этой клетке вредить организму и нарушать внутренний баланс. Но хорошие клетки в организме тоже имеют свой жизненный цикл. Они тоже стареют, деградируют и умирают. Этот процесс очень сложно отследить, человек его не чувствует. Но такие клетки-предатели постоянно возникают и превращаются во внутренних врагов организма. Это могут быть деградировавшие, злокачественные клетки или клетки, пораженные вирусами. Если они не будут вовремя обнаружены нашей иммунной системой и выведены из организма, то начнут тайно оказывать свое вредоносное действие вплоть до развития заболеваний, которые обнаруживаются достаточно поздно. Этот процесс крайне сложно обнаружить. Если у организма отказывают контрольные функции, он не различает таких врагов, а по старой привычке считает их друзьями. Поэтому вторая контрольная функция иммунной системы крайне важна. Она ежеминутно и ежесекундно выявляет плохие клетки и нейтрализует их, так же, как и внешние патогенные факторы, уничтожает и выводит из организма. Это еще одна задача иммунной системы, обеспечивающая здоровье человека.